So, we are thinking beings. Итак, каждый из нас думающее существо, думающее творение. We are able to think. Каждый из нас способен думать. And to choose. Каждый из нас способен избирать. And our thinking and choosing. И когда мы думаем, когда мы избираем. Is so filled with power. На самом деле в этом столько силы. That we create a physical. И мы можем создать representation of our thoughts, у наших мыслей есть физическое выражение. In our brain, в нашем мозге наши мысли обретают физическую форму. So thoughts are real. Итак, мысли реальны. And we can choose. И мы можем избирать. And God very clearly says in a very surgical way. И Бог очень ясно говорит об этом. Он говорит даже как хирург. That He lays before us life and death. Что Он предлагает нам жизнь и смерть. Blessing and cursing. Благословение и проклятие. Choose. Избери же life. Жизнь. So if you don't choose life. И если ты сам не изберешь жизнь. You've chosen death. То ты этим самым избираешь смерть. There's no gray area. Нет каких-то серых мест, ничего посередине нет. You're either doing it God's way, which is this side. Либо ты делаешь то, как Бог предназначил, ты на этой стороне. This is the love zone. Здесь зона любви. And scientists have shown that we are wired for love. И ученые доказали, что человек был создан для того, чтобы жить в любви. But you live in a fallen world. Но ты живешь в мире полном неспасенных людей. Where love has been distorted by the enemy. Мы живем в неспасенном мире, и поэтому любовь была искажена нашим врагом. And the opposite spiritual force of love. И противоположная сила любви. Is fear, and this is the fear zone. Это страх, и вот здесь зона страха. This is the abnormal. Вот это уже ненормально, это не норма. The hijack, the counterfeit. Здесь подделка, здесь то, что искажено врагом. And this is the real deal. А вот это настоящее и хорошее. In science, и ученые, which is catching up with the word of God, наука на самом деле всего лишь пытается угнаться за тем, что уже написано в Божьем Слове. We have evidence and proof, и есть доказательства, есть свидетельства, tangible, есть что-то осязаемое. To help us understand why we must choose life. Все это помогает нам понять, почему же нам следует выбирать жизнь. Every thought that you think moment by moment, every day, каждая мысль, которая вращается в вашей голове каждый день, минута за минутой, is redesigning your brain. Каждая мысль меняет форму вашего мозга. In a negative, и она может изменять direction. Либо в негативную сторону мысль в строении мозга, либо в позитивную. You influence your DNA. Вы можете повлиять на свою ДНК. So if you have a look at the slide, и this вот is на этом слайде. This is a slide of a piece through a brain, slice through a brain. Вот это наш мозг в разрезе, разрез. Going inside the brain. То, что происходит внутри мозга. And what you're seeing there are your thoughts. И здесь вы видите свои мысли. When you think and choose and build. Когда вы думаете, когда вы делаете выбор, мысли формируются. You think and choose and build thoughts. Вы сами занимаетесь строительством своих мыслей. The arms growing are you building thoughts. That's what you're doing in your head right now. Вот эти ветви разрастаются сейчас, когда вы думаете. В вашей голове происходит как раз вот это. Вот это мысли, вот эти ветви. Вот эти ветки состоят из белка, из протеина. И они содержат в себе информацию. Информацию можно добавлять, забирать, можно изменять форму, вид. You will have health and life if you do it correctly. И если вы правильно мыслите, то у вас в голове будет жизнь. Your thinking affects your chromosomes. И ваше мышление влияет на ваши хромозомы. Which were inside the cell. Которые внутри клеток. And they unwind into the DNA. И потом они уже образуют ДНК. And on the DNA you've got your genes. А в ДНК содержится ваша генетика. And those are the codes for the proteins. Генетические коды, которые также состоят из протеинов. As you think and choose, you express those proteins. И когда вы думаете, когда вы что-то выбираете, эти протеины начинают действовать. And build physical thoughts in your head. That look like trees. И мысли в вашей голове, ваши мысли обретают физическую форму, и они похожи на деревья. This is an actual slide of inside the brain of your thoughts. Это снимок мозга. Это то, что в нашей голове на самом деле. Thoughts are real. Мысли реальны. They know thought is harmless. Не бывает мыслей без последствий. And when God says, bring all thoughts into captivity to Christ Jesus. И когда Бог сказал нам, чтобы мы все свои помышления пленяли в послушание Христу. He designed you able to do that. Бог дал вам способность пленять мысли. You can bring those thoughts into captivity. Вы можете пленить эти мысли. By your thinking, by your choices. Мыслительными процессами, своим выбором вы можете их пленить. If you don't bring that thought into captivity. И если вы не будете пленять негативные
разные ядовитые мысли, every cell in your body is going to be affected by that cell, that toxic thought. Вот эта токсичная, отравленная мысль негативно повлияет на все клеточки вашего тела. When you made the decision to choose wrong, и когда вы принимаете решение избрать что-то неправильное, you created a deformed or a distorted signal. То вы посылаете этим самым искаженный, неправильный сигнал, which caused the proteins to distort, который заставляет белок искажаться, то есть белок приобретает неправильную форму. Which resulted in a very toxic looking thought in your brain. Это приводит к образованию токсичных мыслей, которые остаются в вашей голове. This toxic thought, эти токсичные мысли, when we look at the brain with a brain scan, когда мы делаем сканирование мозга, brain imaging, когда мы делаем фотографии того, что есть в мозге, it looks different to a healthy thought. На самом деле вот эти токсичные мысли очень отличаются от позитивных, хороших мыслей. On the screen, здесь на экране, on the screen, there's a healthy thought. Смотрите, вот здесь сейчас мы видим that's one of these. Хорошие, здоровые мысли. Вот это хорошие мысли. The thoughts in the brain look like trees. Мысли, которые в нашей голове похожи на деревья. The branches are called dendrites. И вот ветви этих деревьев называют дендриты. This is a healthy thought. Вот это хорошие, здоровые мысли. There's lots of branches on that thought. И на этой мысли много ветвей. Which means that the more you think, это означает, что чем больше вы думаете, the more you process information, чем больше вы обрабатываете информации, the more you apply Psalm 46:10, чем больше вы применяете 45-й псалом 11 стих, which says, "Be still and know that I am God." Где написано: «Остановись и познай, что я Бог». The more you switch off to the external world and switch on to the internal world of your mind, чем больше ты концентрируешься на том, что происходит в твоей голове, независимо от того, что происходит вокруг, the more that you let God inform your choices, чем больше ты позволяешь Богу влиять на твои решения, на твой выбор, the more that you let the Holy Spirit guide you, чем больше ты позволяешь Духу Святому вести и направлять тебя, the more intelligent and healthy you will become, тем умнее, интеллектуальнее ты становишься и лучше себя чувствуешь, больше здоровья. Your body captures your thinking, твое тело впитывает твои мысли, like a camera captures a picture, точно так же, как фотокамера делает фотографии, снимки, так также твое тело запечатлевает твои мысли. И все это реально происходит. Это реально происходит. If you've wired it in, и если вы сами все это неправильное принесли, you can wire it out, то вы же сами можете от всего неправильного и избавиться. But let's for a moment look at what a toxic thought looks like in the brain. Давайте посмотрим, как выглядит в нашей голове токсичная, отравленная мысль. These images that you're seeing up here are actual slides of inside the brain. Вот эти рисунки, которые вы видите, это на самом деле фотографии головного мозга. Это реально происходит в голове человека. I just got an artist to draw the little black cloud around to show the effect that we see on brain scans. Imaging. Я попросил вот художника, чтобы он помог нам увидеть, как выглядит это облако в голове. It's not a black hole. Это не просто какая-то черная дыра. It is an ugly thought that is there when we make a bad choice. Противная, ужасная мысль, которая появляется, когда ты принимаешь неправильное решение. It is living death in your head. Это смерть, которая поселилась в твоей голове. It is toxic, a sin stronghold of the enemy. Это твердыня, вражеская, греховная твердыня, ядовитая и отравленная. The body recognizes this as a viral invasion. Наше тело, наш организм реагирует на эту токсичную мысль как на вирусную атаку, на вирусное вторжение. They act like a virus, which they want to spread and influence other parts of your brain. Потому что эти токсичные мысли действуют как вирусы. Эти токсичные мысли хотят полностью захватить нашу голову, наш мозг. So our immune system, our defense in our body, и наша иммунная система является защитой нашего тела, нашего организма. Will send out all kinds of things from the immune system. И иммунная система отправляет разные вещества для того, чтобы помочь избавиться. To try and isolate and get rid of this thing. Иммунная система пытается закрыть, блокировать эту токсичную мысль, чтобы она не навредила. So there's a lot of inflammation in this area. И здесь начинается воспаление. And this inflammation, это воспаление, and this whole thing, все это
creates an electromagnetic and neurochemical chaos in the brain. Создает электромагнитный и нейрохимический хаос в нашей голове. It will affect your focus. И это повлияет на твою способность концентрироваться. It will affect how you direct your attention. Ты не сможешь чему-то уделять пристальное внимание. It will affect how you function in life. Ты не сможешь нормально жить, когда все это в тебе. It will affect your decisions, your sleeping. Ты не сможешь принимать правильные решения, ты не сможешь хорошо спать. But you're not a victim of this. Но ты не должен быть жертвой. You can overcome this. Ты можешь все это победить. So let me show you what it does a little bit more inside your brain. Я вам хочу еще показать, что происходит внутри вашего мозга. Okay, the green strip over there. Вот это зелененькое. Is a piece of a cell wall. Это мир, который находится рядом с клетками, клеточная стена. Of a nerve cell in the brain or the body. Это то, что происходит в нервной системе и в теле, в клетках. The little red thing up there. Маленькая вот эта красненькая. Is a cell. Это клетка. Every cell in your body. Каждая клетка and тела. Your brain. Каждая клетка мозга. Has got little doors and windows. Наделена маленькими дверьми и маленькими окошками. Like this church. Как в церкви. Has doors and windows. У нас же есть окна, у нас есть двери. To keep things out and to keep things для in. Того, чтобы что-то могло заходить и что-то могло выходить. Imagine if there was a huge storm. Представляете, если будет буря. And all the windows and doors were smashed. И если вдруг вылетят все окна, не будет дверей. Winter outside. И если на дворе зима. And all the snow and everything just blows in this building. И представляете, если снег будет просто летать по залу. There's a good chance the building may even collapse. То скорее всего даже здание когда-то разрушится. Depending on the extent of the storm. Конечно, все зависит от того, насколько долго будет бушевать буря. Small storm, small damage. Big storm, big damage. Маленькая буря, маленькие разрушения. Большая буря, большие разрушения. In both cases, there will be damage. Но в любом случае разрушения будут. You can rebuild the church. Ты можешь заново отстроить церковь. You can repair the window. Ты можешь починить, отремонтировать окна. But you can also prevent the damage in the first place. Но также ты можешь избежать, приняв превентивные меры, ты можешь избежать разрушений. This building is like one of those cells. И вот здание наше похоже на клетку. And the windows and doors are like the little bumps you see on the cells. И вот эти маленькие наросты, эти маленькие шишечки, они как двери и окна. And this strip is just a piece of the wall. И вот эта полосочка — это часть стены. And the two little green hearts are just two of those windows. И два вот этих зеленых сердечка — это два окошка. So I've taken just a piece and made it bigger to teach you. И я просто все это увеличила, чтобы вас кое-чему научить. So you see the red chemical, red drops. Вот эти красные капельки, красные вещества. And then there's yellow drops. И есть еще желтые капельки. The way God has designed your cells. И Бог ваши клетки создал таким образом. Is that those doors and windows open? Что эти двери, эти окна, которые есть в каждой клетке, at very specific times, открываются в определенное время. For very specific purposes. Они открываются для определенной цели. To allow certain things in and certain things out at certain times. Какие-то вещи могли войти, какие-то вещи могли выйти в определенное время. Each window is designed to receive its own chemical. Каждое окошко предназначено для входа или выхода определенного химического вещества. Like a key fits in a lock. Точно так же, как для каждого замка существует свой ключ. The key is specific to the lock. Для каждого замка нужно подобрать ключ. The doors on your cells. И двери твоих клеток operate the same. Действуют точно так же. So, итак, the red can only go in that one. Красные могут зайти только в это сердечко, but not the other one. И в другое не могут. That one's for the yellow. Потому что вот это слева сердечко для желтых капель. This is a simple explanation of a complex concept. Я очень просто пытаюсь объяснить сложную концепцию. The point of my story. И вот главное в моей истории. Is that when you are in this zone. Когда ты вот в этой зоне. When you are choosing life. Когда ты избираешь жизнь. Then this happens. Тогда происходит вот это. That's why I drew the little heart. They're not really a heart. Поэтому я нарисовала маленькие сердечки. На самом деле, to make my point. Конечно, у нас там нет сердечек, но я просто хочу донести мысль. But when you choose wrong, но когда ты избираешь что-то неправильное, and you step into the fear zone, и ты попадаешь в зону страха, and you build a toxic thought, и ты начинаешь строить токсичные, ядовитые and мысли, there's inflammation. Начинается воспаление. This will cause chaos in your whole body. И это приведет к хаосу всего тела. Cells are affected. Потому что клетки будут повреждены. The doors and windows are affected. Двери и окна будут повреждены. This creates a mini storm in your body. И в теле начинаются бури.
And it moves through your body. И все это распространяется по телу. And wherever there's weakness in your body. И если в теле есть какое-то слабое место в организме, those doors and windows are particularly vulnerable. Тогда эти двери и эти окна весьма ранимы и уязвимы. So maybe that window at the back is weaker than another window. И может быть какое-то окно на самом деле может быть слабее, чем любое другое окно. So when the storm hits, that window may break before the other window. И когда начинается буря, какое-то слабое окно может слететь с петель или сломаться. That's the concept operating. Вот концепция, о которой я говорю. This puts your body into stage two of stress. Итак, ваше тело может находиться на втором уровне стресса. Стресс второй. There are three stages of stress. Второй стадии. На самом деле у стресса есть три стадии. Stage one is normal and good. Первая стадия это нормально и хорошо. Stage one is where your brain is focused. Первая стадия это когда твой разум сохраняет способность концентрироваться. Where you're directing your attention. Когда ты можешь на что-то обратить внимание. Where you are using your five steps I've been teaching you correctly. Когда ты можешь пройти через эти пять шагов, которым я вас учила. Where you are connecting with God. Когда ты связан с Богом. When you are allowing the networks of the brain to do what they're supposed to do. Когда ты позволяешь структурам мозга делать все то, для чего они созданы. Which means making right decisions informed by God. Ты должен принимать решение, I mean учитывая Божью волю. Я говорю о любом решении. Sleep, с момента пробуждения ото сна и до момента отхода ко сну, все решения, которые ты принимаешь, должны приниматься с учетом Божьей воли. Иначе в твоем теле начнутся электромагнитные и химические бури. And they cause illness. И они приведут к заболеваниям. Stage one of stress keeps you in this good focus state. Когда у тебя стресс первой категории, первая стадия стресса, все нормально. But like I explained, this is normal and this is not normal. Я вам объясняю, что вот это нормальное состояние, а вот это ненормальное состояние. The devil distorts the normal. Дьявол пытается испортить, исказить что-то нормальное. The same thing with stress. И точно так же во время стресса. It's been explained incorrectly. To most of us. Большинству из нас неправильно объясняли, как все это происходит. Stress stage one is here, it's good. Стресс первого уровня, первая стадия стресса, она полезна, все хорошо. But when we don't think correctly, we take a good thing and we mess it up. Когда мы неправильно думаем, все портится. In this side, the chemicals all flow correctly. Вот когда мы в этом состоянии, все химические процессы проистекают правильно и хорошо. 30 different chemicals will be flowing in your brain. В мозге каждого человека 30 разных химических элементов могут одновременно действовать. And 1400 different electrical circuits and chemical reactions are happening. И около 1400 разных химических реакций происходит в мозге каждого человека. In stress stage one. Когда у тебя стресс первой стадии. Perfectly. Все хорошо. Great stuff. Замечательно. But when you make a bad choice, но когда ты выбираешь что-то плохое, all 30 go crazy. Все эти 30 chemicals. Все 30 химических элементов начинают действовать неправильно. The 1400 different reactions go crazy. 1400 химических реакций проистекают или проходят не как нужно. The result is problems, sickness, disease. В результате появляются проблемы, болезни и заболевания. When the chemicals flow at the incorrect amounts, which is what will happen here. И когда химические вещества выделяются не в ненужном количестве и не так, как нужно. Those chemicals which are good. Тогда хорошие химические вещества, but that are flowing incorrectly, которые here, неправильно выделяются и вот сюда попадают, when they flow incorrectly in the wrong numbers, wrong quantities, wrong way. Когда химические вещества вырабатываются в неправильном количестве. They're a storm that rips the doors and windows open. Они превращаются в бурю, которая вышибает, выносит все двери и все окна. Now whatever is flowing through your body. Если что-то происходит в твоем теле. It's vulnerable. Все процессы ранимы и все процессы, на все процессы можно повлиять. So if you've inhaled smoke. Если ты курил, maybe standing next to someone who's smoking, может быть, ты сидел рядом с кем-то, кто курил. Those smoke molecules вот эти in your cells. Молекулы дыма проникнут в твои клетки. If someone sneezes on you, если кто-то на тебя чихнет, that virus will go in the cell. Вирус проникнет в твои клетки. If you've sprayed too much chemical on you,
Если ты на себя побрызгаешь каким-то химическим веществом, that will go in that cell. Все пройдет, проникнет в твои клетки. If you've eaten unhealthy food, если ты будешь неправильно кушать, the chemicals from the unhealthy food will go in the то cell. Химические элементы вредные проникнут в твои клетки. If you eat too much processed sugar, если ты будешь слишком много переработанного сахара потреблять, that'll go in the cell. То все это проникнет в твои клетки. If you're thinking more negative thoughts, если ты позволяешь негативным мыслям быть в твоей голове, you've got this crazy signal hitting, going in the cell. То появится этот неправильный сигнал, который проникнет в твои клетки. It should be a nice, smooth signal, not a crazy signal. На самом деле, мы должны стремиться к правильным, хорошим сигналам, чтобы они были в нашей голове. If it was not unhealthy, go back to the heart. Then the chemicals, the fire, all the smoke, the bad stuff won't get in. Если бы не было этих химических вредных элементов, они бы не смогли проникнуть в наше тело, в нас. But if you're toxic and it's torn up, но если защита разрушена, если все открыто, so what's not supposed to go in goes in. То все то, что не должно проникать в нас, начинает в нас проникать. And in addition, и помимо этого, the red's gonna go in the wrong one, and the yellow's gonna go in the wrong one. Красные химические элементы зайдут не туда, куда нужно, и желтые попадут не туда, куда нужно. Adding confusion. И появится замешательство. The scriptures tell us wherever the enemy is, все нарушится. There is confusion in every evil work. В Писании написано, что где действует наш враг, там всегда замешательство и зло. This is the domain of the enemy. Вот здесь территория врага, он здесь властвует. There is confusion and evil work going on here. Здесь замешательство и всякое зло. Every time we make a bad choice, we increase our vulnerability to illness. Каждый раз, когда мы принимаем неправильное решение, мы становимся более уязвимыми для болезней. All the stuff that enters in there. И все, что входит, attacks the DNA. Нападает или разрушает нашу ДНК. And the vulnerability to illness increases. И мы становимся более уязвимыми для болезней. There is no direct correlation. И нет, конечно, прямой связи. Between anger and a specific illness, or depression and a specific illness. Нет прямой связи между злостью и какой-то конкретной болезнью. But what we do know from science, но ученые доказали все-таки, is that anything in the toxic realm, что все, что происходит там, где яды, is going to produce some kind of illness in you. Приведет к какой-то болезни. Whether it is depression, может быть, будет anxiety, депрессия, приступы, worry, волнение, heart problems, будут проблемы с сердцем, problems, будут проблемы иммунной системы, gastric problems, будут проблемы пищеварения, skin problems, проблемы кожи, whatever. Любые проблемы, но они there появятся. Are multitude of things that can go wrong with the human body. Очень много нарушений может появиться в организме человека из-за токсичных мыслей. And before you die in your seats of guilt, thinking, oh, that's it, there's no hope for me. И ты можешь настолько чувствовать себя безнадежно, ты уже готов умереть. I want you to know, и прежде чем ты это сделаешь, я хочу тебе сообщить, that Jesus died on the cross 2000 years ago, что Иисус умер на кресте 2000 лет назад. And sent his son for the very reason I have just been describing. Бог послал своего сына как раз по той причине, о которой я говорю. That when we don't make the right decisions, we mess up our body. Когда мы принимаем неправильные решения, мы вредим своему организму. But our body is there to serve him. Наше тело должно служить Богу. And to make us alert and aware by how we feel physically. И мы должны научиться контролировать все это. Мы должны научиться чувствовать, как мы себя чувствуем. To come back to him. Мы должны, видя все это, снова бежать к Богу. The minute you acknowledge and repent, как только ты осознаешь, как and только forgive, ты покаешься, как только ты кого-то простишь, you have started healing those cells. Ты начнешь процесс исцеления своих клеток. You have started healing those cells. Ты начнешь исцелять эти клетки. Renewing of your mind means your cells become healed. Обновление разума означает исцеление клеток. God restores creative miracles in you. Бог снова творит в тебе новое что-то. You can make a mess your entire life. Ты можешь испортить всю свою жизнь. And God starts changing things in 21 days. И несмотря на то, что твоя жизнь испорчена, Бог может начать что-то изменять всего лишь за 21 день. Stage 3 of stress. И третья стадия стресса is considered the death cycle. Это называем мы ее кругом смерти. Where we see the cancers and the cardiovascular and the strokes and all the real bad stuff. Это та стадия, когда уже появляется рак, проблемы с сосудами.
Doctors are daily showing us from the research. Researchers are showing. Врачи, исследователи постоянно проводят исследования и постоянно показывают нам. The majority of diseases that we experience. Что большинство наших заболеваний, mental, physical and behavioral, умственных, телесных и поведенческих, can be tracked back to how we are managing our thought life. Происходит из-за того, что происходит в нашей голове. То есть заболевания связаны с тем, что происходит в голове. Even the effectiveness of medication that you are on. Даже эффективность лекарств, которые вы принимаете, эффективность лекарств снижается из-за того, что в голове есть ядовитые мысли. И я уверена, что медицина, ученые и врачи приносят пользу. I believe they are part of God's grace. И я верю, что ученые и врачи также являются частью Божьей благодати. To help repair the damage from the storms that we create in our minds. Они помогают нам исправить или восстановить те разрушения, которые были произведены бурями в нашей жизни, в нас. And sometimes just praying that the doctors will do their job well is a miracle in itself. И иногда, когда ты молишься просто, чтобы врач сделал свою работу, может произойти Because чудо. Because it's a really, really hard job. Потому что работа врача весьма сложна. The human body is so complex. И тело человека, организм человека настолько сложен. So God has given us faith, doctors, medicine. И Бог дал нам и веру, и врачей, и лекарства. But he always has to be directing the show. Но всегда надо позволять Богу всем управлять. Whatever choice you make for your healing. Какое бы решение ты ни принял, как бы ты ни пытался вернуться к здоровью. So if you're on medication, I'm not telling you to throw your medication away. Если ты принимаешь какие-то лекарства, я никогда тебе не скажу, прекрати принимать лекарства. Выбор за тобой. What I'm telling you to do is get your mind right. Но я говорю главное. Главное в том, что я говорю, исправь свое мышление. So your medication can work. Чтобы твои лекарства тебе могли помогать. And you can get healed and get off it. И чтобы ты мог начать чувствовать себя лучше. Get your mind right so you can eat well. Исправь свое мышление, чтобы ты начал правильно питаться. So your body can heal. Чтобы твое тело могло исцелиться. Get your mind right so that you can do exercise. Исправь свое мышление, обнови мышление, начни заниматься физкультурой. Look after the temple. Пожалуйста, наблюдай за своим храмом. Because it is a very important way of connecting back to God. Потому что ты, поддерживая свое здоровье, ты этим почитаешь Бога. And it is subservient to the soul realm. И то, как ты себя чувствуешь физически, играет большую роль для твоей души, для душевной сферы. And your mind is controlled by your spirit. А твой разум находится под управлением твоего духа. But you need to, with your mind, choose to develop your spirit and listen to your spirit. Но ты в разуме должен принять решение, что ты будешь развивать свой дух. And the Holy Spirit speaks to our spirit. И Дух Святой говорит с нашим духом. But it is our mind that we choose to let the Holy Spirit speak to our spirit. Но в разуме мы принимаем решение, что мы позволим Духу Святому говорить с нашим духом. You've heard the saying that the Holy Spirit is a gentleman. Вы же слышали такую фразу, что Дух Святой джентльмен. You've got to choose to let him come in. Но ты принимаешь решение, позволишь ты ему прийти или нет. You've got to choose to go to God all the time for everything. Ты решаешь, будешь ли ты обращаться к нему по всякому поводу или нет. You can't come to church and hear this, hear messages at church and go into Monday and not apply it in your life. Нельзя жить так, что ты приходишь в воскресенье в церковь, все это слышишь, а потом с понедельника ничего это не применяешь. Так жить нельзя. The mature response to the message that I bring. Зрелый верующий, когда слышит то, что я говорю, is to recognize the power that you have to get control back. Осознает, что у него есть власть снова взять контроль в свои руки. From the enemy. Враг. And give it to God. Мы должны забрать контроль из рук врага и передать этот контроль в руки Бога. The throne of your life is your free will. Престол или трон твоей жизни — это твоя свободная воля. Put God on that throne. Посади, позволь Богу восседать на этом престоле. Because the enemy is desperate to get on that throne. Потому что враг очень хочет сидеть на престоле твоей свободной воли. And cause storms in your mind. И заставлять бури бушевать в твоем разуме. And make you so sick that you're walking around sick and down. Враг хочет сделать тебя больным, чтобы ты постоянно себя плохо чувствовал. And people look at this and think, I don't want to be like that. И люди смотрят на все это, и, конечно, они говорят, я не хочу так жить. You want people to look at you despite what's going on in your life. Ты же хочешь, чтобы люди, глядя на тебя, независимо от того, что происходит в твоей жизни, love and joy and peace. Ведь ты же хочешь, чтобы люди, глядя на тебя, видели радость и жизнь. And even if you have issues and illness and whatever. И даже если у тебя есть какие-то заболевания, какие-то проблемы. People are looking for how you're reacting to that. Люди наблюдают за тем, как ты реагируешь на все это. It is your reactions that need to be filled with God. Именно твоя реакция должна быть благочестивой, божественной.
Because when your reactions are filled with God, потому что когда ты реагируешь так, как Бог хочет, чтобы ты реагировал, miracles happen in your brain and your body. В голове, в твоей, в твоем теле начинают происходить чудеса. And you will cope with things you didn't think you could cope with. Ты сумеешь справиться с вещами, с которыми тебе казалось, ты справиться не можешь. And people will look at you and say, I want. И люди, глядя на тебя, скажут, what she and he have got. Я хочу иметь то, я хочу обладать тем, чем обладает он. Look up at the screen quickly. I've got 2 minutes to share two very important slides. Пожалуйста, еще два важных слайда. У нас есть пару минут, чтобы я их вам the показал. The first slide is of your brain. Вот это hologram. Голограмм. То, что происходит в нашем мозге. It's coming now. No, вот, пожалуйста. This is your brain. Это like ваш hologram. Это ваш мозг. Голограмма мозга. The front of your brain. В передней части мозга. We describe that we have metacognition there. Мы уже говорили о том, что в передней части нашего мозга наши метакогнитивные способности. Which means we can stand outside of ourselves and look at our own thinking. Метакогнитивность – это способность выйти как бы и посмотреть на себя со стороны. I'm using the joke of the mother-in-law. I have a great mother-in-law. Look up there. Вообще у меня замечательная свекровь, но я в качестве шутки привожу в пример отношения со свекровью. What you see flashing there? Видите вот это вот то, что мигает, да? Are toxic memories. Это ядовитые toxic thoughts. Токсичные мысли, токсичные воспоминания. Of an issue. Все эти проблемы. I use a silly example of mother-in-law. Mother-in-law jokes. It always works around the world. И где бы я ни была в мире, я всегда в качестве шутки для примера использую отношения со свекровью. Those are physical flashing things inside your brain. И когда у тебя есть какие-то негативные воспоминания, они как вспышки в твоем разуме. They are real. И они реальны. And the enemy loves those. И врагу это очень нравится. He has direct access to those. Враг имеет непосредственный доступ к этим вещам. And he will present you with many opportunities. И враг будет постоянно давать тебе возможность и желание. Будет множество возможностей. И у тебя будет возможность думать об этих неправильных вещах. И вот эти черные деревья будут просто разрастаться в твоей голове. Or you can choose to follow God. Или же ты можешь избрать следовать за Богом. And ignore that evil and forgive. И ты можешь игнорировать все это зло, и ты можешь простить. Because when you forgive, потому что когда ты прощаешь, over 21 days, as I've been teaching, я уже учила вас, что можно за 21 день. As you acknowledge and repent and forgive, когда ты осознаешь, признаешь и прощаешь, you start a process, ты можешь начать процесс, that scientifically takes 21 days, ученые доказали, что для этих изменений, to destroy this toxic для того, чтобы разрушить эту ядовитую мысль, нужен 21 день. You can't give up a day 3 or 4. Ты не можешь опустить руки и все бросить на третьем или четвертом дне. You can't think I'm going to get to day 7 and then start all over again. Нельзя сказать, я дойду до седьмого дня и начну все заново. 14 days is not enough. To get rid of this and build a new healthy reaction. 14 дней недостаточно, чтобы избавиться от ядовитой мысли и прийти к хорошим зеленым. Takes a full 21 days to break this down and build up a healthy thought. Для того, чтобы разрушить ядовитую мысль и заместить ее хорошей мыслью, нужен 21 день. Whatever you think about the most will grow. И о чем вы думаете больше всего, будет расти. Whatever you choose not to think about anymore will go. Если вы о чем-то примете решение не думать, все это исчезнет. And we need to be connected to the vine for life. Look at the last slide. И для того, чтобы в нас была жизнь, мы должны быть на лозе. Последний рисунок. The big thought in the middle is you choosing. Вот эта большая мысль в середине – это вы. Deciding whether you're going to follow God's law. И вы решаете, будете ли вы исполнять Божий закон. Or submit to the lies of the enemy and the toxic thoughts you have built. Или вы будете слушать ложь врага и наполните свою голову ядовитыми мыслями. The little connections, the little ones on the outside. Вот эти маленькие связи. Are the toxic thoughts. Это ядовитые мысли. I hate my mother-in-law. She doesn't like my food. Ты думаешь, я ненавижу свою свекровь, ненавижу свою тещу, дети, там она плохо относится. And this is you knowing you must forgive and love and operate. Но ты же знаешь, что ты должен быть связан со словом, ты должен научиться прощать. И там есть химические связи. Вот здесь вот есть химические связи. Если ты примешь решение о чем-то думать, в эту область придут химические элементы. Если ты решишь думать о сказанном Богом, если ты будешь игнорировать все отравленное, то эти химические элементы уйдут, они просто уйдут. И они не будут питать отравленное. Нужен 21 день, это происходит не очень быстро. И тогда ты будешь на лозе. И тогда у тебя будет жизнь, ты примешь решение жить.
Take 7 minutes a day. Нужно тратить на это 7 минут в день. Для того, чтобы эти изменения произошли, нужно уделять этому 7 минут в день. Work on one thought for 7 minutes. Ты на протяжении 7 минут работаешь над одной мыслью. And in those 7 minutes you do 5 steps. И ты за эти 7 минут проходишь или делаешь 5 шагов. And you start with 3 minutes of thanksgiving, praise and worship. Вначале ты на протяжении 3 минут благодаришь, славишь и поклоняешься Богу. I have spent 30 years researching these concepts. Я на протяжении 30 лет изучаю эти концепции. И я соединяю научные данные с тем, что написано в Библии, и стараюсь объяснить все очень просто. И то, что я говорю, позволит вам избавиться от неправильных вещей в вашей голове. And it's all mind action. И все зависит от того, что в голове. That produces physical change. Из-за того, что в голове потом начинаются изменения организма. И вы можете избрать. This information is in my books and DVDs and online programs. Я написала книги, у меня есть книги, вся информация там, есть DVD-диски, можно в интернете все это взять. They are in English. Все пока на английском. But we've got my online 21-day brain detox. Но у нас есть в интернете программа по детоксикации мозга, которую можно пройти за 21 день. Which has videos and text and you can put it on your phone and everything. И там есть видео, вы можете все это загружать в свой телефон. I walk you through the 21 days. И я помогаю вам на протяжении этих 21 дня. It is being translated into Russian. И сейчас мы занимаемся переводом на русский язык. So we will let Pastor Rick know when it's done. И когда мы все это сделаем, Пастор Рик сообщит. Otherwise you can just learn English. И вы еще можете выучить английский, чтобы Whichever все слушать. One comes first. Но что вам легче? Либо русского дождаться, либо английский выучить. Как вам легче, так и сделайте. I would love to pray for you. Я хотел бы за вас can помолиться. You please stand? Давайте все встанем. Thank you for listening so beautifully. Спасибо за то, что вы так хорошо слушали, принимали информацию. You see, you're brilliant. Вы весьма умны. When you target the struggle, когда вы разбираетесь с какими-то трудностями, when you challenge your mind, когда вы бросаете своему мозгу вызов, when you push yourself to the edges of your limit, когда вы пытаетесь сделать больше, чем могли сделать раньше, when you push through and persevere, когда вы упорно пробиваетесь вперед, God does miracles. Бог творит чудеса. Your brain changes. Ваш мозг меняется. Your intelligence increases. Ваши интеллектуальные способности Your health увеличиваются. Increases. Вы лучше себя чувствуете, больше здоровья. Researchers have shown, и ученые, проводя исследования, that people that are worshippers, доказали, что люди, которые поклоняются Богу, true worshippers, те, кто на самом деле поклоняется Богу, increase their immune system health, а у них улучшается иммунная система, улучшается здоровье. And increase their cardiovascular health, и сосудистая система, кардиососудистая система, сердце increase начинает работать лучше. У них больше интеллекта, у них лучше работает голова. And that's just three of many benefits. Это всего лишь 3 полезных вещи, которые происходят, но их гораздо больше. God has designed everything. И Бог создал все так, to help you to find him. Чтобы у вас была помощь, чтобы learn вы to listen to your brain могли and your body. Его найти, чтобы вы научились прислушиваться к своему телу, к своему мозгу. Learn to practice the presence of God. Научитесь жить в Божьем присутствии. When you speak in tongues, когда вы молитесь на языках, your brain goes into the highest intellectual state possible. Ваш мозг переходит, переключается на уровень работы самый максимальный. It's basically like when you worship. Когда ты поклоняешься, происходит то же самое. Your brain goes into the perfect state. Твой мозг работает лучше всего, когда ты поклоняешься so right Богу. Now I'm going to pray for you. Сейчас я помолюсь за вас. And then we're going to close the service by just worshiping God in tongues. Давайте закончим эту встречу, молясь на языках. I want you to raise your hands поднимите, to heaven. Поднимите руки к небесам. Lord Jesus. Господь Иисус. We love you. Мы любим тебя. And we thank you. Благодарим тебя. For making us so incredibly brilliant. За то, что ты сделал нас настолько умными. Thank you. Спасибо. For giving us a brain that just is so incredible. За то, что ты дал нам невероятный мозг. Thank you most of all. И больше всего спасибо. That when we've made a mess. За то, что когда мы что-то портим. You have provided a very practical way. Ты даешь нам практический способ. Of fixing up the mess. Все исправить. And it only takes 21 days per thought. И нужно всего лишь 21 день, чтобы разобраться с одной мыслью.
Thank you, Lord, as we push through beyond 21 days. Спасибо, Отец, за то, что и после 21 дня. And practice using those new healthy thoughts. Мы продолжим строительство, мы будем дальше выращивать хорошие мысли. For another two cycles of 21 days. И потом еще раз два раза по 21 дню. Oh, we are increasing our intelligence. Мы будем еще умнее. We are stabilizing those new ways of operating. И мы утвердимся, укрепимся в этих правильных путях. We are building life into our brains. И мы принесем в свой мозг жизнь. Lord Jesus, I pray that you would put a massive burden on the hearts of the people here. Господь, вложи в сердце людей бремя. A good burden. Хорошее бремя. The burden of the desire to meditate on the Word of God. Большое, огромное желание размышлять о Слове Твоем. Lord, may the people in this room. Господь, пусть люди здесь. May the people hearing this message. В этом зале те, кто услышит это послание. Be consumed. Будут захвачены. With the desire. Желанием. To implant the Word of God. Насаждать Божье Слово. Which will save their soul. Которое спасет их душу. Lord, we worship you. Господь, мы поклоняемся Тебе. We collectively raise our voices to heaven and speak in our heavenly tongues. Мы вместе возвышаем свой голос, поклоняемся Тебе на языках сейчас. To worship you in our heavenly language. Молись Богу на языках, прославляй Его на языках. И пусть этот звук проникнет на небо, мы воздаем Тебе всю славу и всю хвалу. Мы поклоняемся Тебе. Every cell of our body worships you. Каждой клеточкой своего тела. We worship you. Мы поклоняемся Тебе. We worship you. Мы поклоняемся Тебе. And as you are worshiping Him, когда ты поклоняешься Богу, touch the part of your body that needs healing. Сейчас положи руку туда на своем теле, где тебе нужно исцеление. Touch the part of your body that needs healing. Положи руку туда, где тебе нужно исцеление. Touch your brain if your brain, mind, sleep, depression, anything of the mind. Положи руку на голову, если ты не можешь заснуть, если у тебя депрессия. The Lord is going to work miracles in the service now as you worship Him. И Господь, когда ты поклоняешься, совершит чудо. It is not man that does it, it is God that does it. Не человек, но Бог поможет тебе. And when you worship Him, He works miracles on your behalf. Когда ты поклоняешься Богу, Он творит для тебя чудеса. Whatever it is that you are believing for. Если ты веришь во что-то. Cup that in your hands. Это произойдет. Возьми. Hold it up to heaven. Сделай руку вот так, подними к небу. And wait for the miracle. И жди своего чуда. Do not give up if it doesn't come immediately. Не сдавайся, если не получишь сразу. Believe for the miracle. Верь, что чудо произойдет. Faith is the substance of things hoped for. Вера является материей. Ты ожидаешь того, что the произойдет. Evidence of things not seen. Вера, уверенность в том, что невидимо. Let's worship our King. Поклоняйся Царю. Let's worship our King. Поклоняйся Царю.